Отправляемся вживую. Итак, друзья, попытка запуститься номер 736 уже. Сейчас проверяем. Планировали мы почти сразу начать после стрима Паттери. Но Twitch говорит, что онлайн. Нас не пускает. Да, пошло, пошло. Неужели? У меня до сих пор еще не, все. Офлайн. Ничего. Наслаждаюсь рекламой. Все. Ура! Аллилуйя, друзья! Приветствуем вас опять, с вами Элиот, и ко мне сейчас присоединился Андрей Сиротин. Покатаем мы немножко перед сном в всеми любимый Overwatch-OnlyWatch, смотря с какой стороны доступа в ZBT вы находитесь. Поехали? Наконец-то поехали. Да, друзья, было обновление, было даже несколько. Мы когда стримили последний раз? Стримили мы в последний раз на той неделе с Тараном. И, то ли в пятницу, то ли в четверг, я не помню, в общем, неплохо покатали. Надеюсь, сегодня... Андрей тоже будет тащить, а не рачить. Так, мне тут сразу же предлагают пройти туториал. Ладно, скипнем. Я уже опытный игрок в Overwatch. Очень много чего, кстати, поменялось. Андрей, ты вообще в курсе последних изменений в игре? Я читал новости, что вышла новая карта. Там кроме новой карты полно всего. Там хайлайты поменяли, там, конечно же, баланс свои правки, как обычно, так. Сейчас проверяю тоже. У меня все в порядке, да? Вы нас слышите, видите, знаете. Вот, я вам показываю мой великолепный стат. Смотрите, у меня 33 игры, 23-10 моя стата. Я просто мега тащер. Надеюсь, что после этого стрима она только улучшится. Очень хочется в это верить. Ну что, поехали, да? Саппорты тоже нагибают. Да не только саппорты. Слушай, а они, они скинули, что ли, стату? Да, они стату скинули. А, ну, у меня, собственно, 0-0, да? Винрейт 100%. Отлично. Сиротин, лови партиечку. Принять. 100%. Ты одну игру сыграл, да? И все. Да, и одну выиграл вообще. Отлично. Красавчик. Ну что ж, погнали заодно, вспомним все обновления. Я тут не все помню. Появилась потасовочка. Потасовка появилась, она сейчас есть, может, потестим. Супер Шамида Брос. Можно, видимо, играть только за Гензи и за Ханза, да, что ли? Потасовка — это что-то из Хардстоуна, что ли? Да, то же самое теперь появилось в Overwatch. Каждую неделю новые правила, новые, там играешь только за один класс, играешь только на одной карте, у тебя после смерти меняют что-то еще. А потому что так проще, потому что нет у нас ру-загонщика, ру-серверов ХС-а, ру-серверов Overwatch'а, поэтому проще играть на английском. Чтобы проще, ну, например, за название героев, да, у нас всякие там есть крысавчики, этот... Как там его еще пудж-то, который местный. То есть вот все это, все эти названия на русском, они сбивают. Я не знаю, как они называются на английском. Им сложнее общаться с тиммейтами, да. Как-то им объяснять там, например, пик крысавчик они не поймут. Да, надо говорить джункрат все-таки, это надо понимать. Ладно, квикплей, поехали. Go to training, I'm ready, don't ask me again. Туториал пройден, у меня practice range и players AI не пройдено, но я не собираюсь проходить, мы уже опытный игрок. А вот то, что они теперь практически вынуждают всех играть, это хорошо. Мне показывают, что 0 зрителей, но, видимо, это у меня просто у меня проблема с коннектом с твичом. Тогда все в порядке. У тебя сам на эксплит, что ли, показывает? Да. Эксплит, ну, разминочка. Не может протестить все. Так, может быть, мне чатик, на самом деле, наверное, со стрима стоит убрать, чтобы он не мешался, не закрывал геймплей. Да, по крайней мере, вижу, что мы в онлайне, и это хорошо. This is хорошо. Это просто великолепно. У меня вот почему-то слышно тебя, а не слышно игру. Ну, игру слышно очень плохо. Да, сейчас сделаю ее потише. Не, у меня слышно плохо игру в наушниках. А, я стат тоже почему-то слышу очень тихо, надо будет ее накрутить. Где там настроечки? А, можно зайти. Саунд. Не, я думаю, надо идти в эквалайзер. Открыть микшер громкости. Да. Ты у нас там с мапы выкручивался. Ой, это красновая карта, что ли? А, не-не. Это ж старая добрая картечка. Ладно, за пуджа пока схватаем, пофиг, я 35 уровень. Они поменяли теперь портретики, смотрите. Ку-сиротин. Привет, друзья. Так стремился докачаться до 50-го ради того самого крутого портретика с крылышками, а теперь новый портрет каждые 10 уровней. Да, все, я... у меня в микшере нужно было подкрутить. Алёт, вот ты человек с опытом, посоветую качественных ВМОшек, желательно фри-то-плей, который бы хотел зарепать сутками и добиться в 100 ТД. Блин, я не могу тебе посоветовать что-то конкретное, серьезно, потому что у всех... отличный хук. У всех свои предпочтения, благо сейчас рынок ММО настолько большой и столько-столько всего есть, что выбирай не хочу, как говорится. Я играю в Аркейдж.
Да, вот сейчас Андрей в Arcade вернулся. Я тут на днях и в WoW позалипал, да? Слушай, я смотрел, я реально сел, посмотрел, как ты играешь в WoW, зашел посмотреть других людей. Графика, ну, полное говно. Ну, так извини, игра 2000 какого там года. Ну, как, ну, это знаешь, как это, как люди, которые играют в RuneScape. Ну, нормальные, таких людей много, ее тут стримят, она даже одна из топов игр на Твиче, да, как правило. Да, 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 но... Ой-ой-ой-ой-ой-ой, сейчас меня просто аннигилируют, я чувствую. Живем. А, ты поджан, да? Тайм, кстати, в тайм стрима сохранился, странное. Твич научился складывать аптаймы. Потрясающе. Даже. Ой-ой-ой, как это ваншот? Просто статы у Гара минрейт меньше 10%, но Гара опытный игрок. А что еще сказать? Это заморозка, она что, ваншотит, что ли, по КМам? Нет, ну если в голову, то да, и сблизи. У нее там сейчас от ренжи теперь зависит ее ПКМочка. Очень мощно. Она тебя подмораживает, потом подходит, дает ледышку в лицо еще обычной мили-атака, и по сути ты труп. Слушайте, да? Тут была аптечка, я прям 100% помню. Они как раз только карту фиксили, что ли, аптечку тут убрали. Там же были фиксы карт, кроме всего прочего. Я читал патч, но вот и честно, прям сидел, поразбирался. Почему-то написано, что стрим идет 2 часа. Ну да, я и говорю, там что-то, видимо, Twitch немножко... Офигевает от происходящего. Атака. Free to play, в который донат минимален. Terra Blade and Soul. Ну, там он не обязательно, скажем так, да. И... Нет, L2 Classic это уже не free to play, там подписка. Arcade. 91-й уже неплохая такая. Хотя я зашел и... Но саппортс, конечно же, придется пикать саппорта нам. Смотри, уровень остался. Все аптечки. Не, ну там какие-то попереставляли. Кроме всего прочего. Ладно, так, это не пал, поэтому можно сгонять за дзиньятку. Хотя, блин, дзиньят тоже очень сильно фиксанули, там прям жесткий фикс, поэтому давайте на Лусио покатаем. Так, кстати, я когда был в Обсидиане, они показывали, как они статус смотрят по передвижениям. Они же это делают. Угу. Armored Warfare. И они запускают какую-то софтину, которая показывает, например, последние там 1000 боев на карте. Угу. И это просто эпично, когда куча точечек маленьких желтых и распределяются. Да, да, двигаются, распределяются по карте примерно всегда вот в одном направлении. Они, собственно, так балансят карты. Когда смотрят, там мешает стрелять что-то, не мешает, очень... Это да. Препятствия делают, чтобы было играть не совсем просто. Ой-ой-ой. Ой-ой, живите, живите, живите. Так, ясно. Наша девочка уже просрала своего меха. Блин, кто-то мне поможет вообще? У них куча танков. Там просто меня зажали. Скушали. Уджа убил. Обезьяна с риперами. Да. Хорошо. Но с другой стороны. О, второго убили. Заходим на точку. Ой. Еще одного убил. Брал. В углу. Давай. А ты красавчик. Ах, ты ультует он. Можно будет зайти, да, интересно посмотреть. Убили, все, стоим на точке. Кэпчеринг. Где вражина? Вражина. Да не, ресуются, наверное, регруппуются. О, армора, разбирай. Так, я вижу, что кого-то. Кого-то уже стреляют. Видите, они под ультой заходят. Усио, 6 секунд. 6 секунд продержаться. Не подставляйся. Держись, подружка, девочка. Эх. С другой стороны. Ульта. Тоже есть ульта, да, ульту. Заходим. Расшируем, ребят. Ух ты. Дракон. Дракон. Просто трипл килл. Да. На ровном месте. Я как не пытался убежать. А он прям сбоку забрал нас. Надо было сзади заходить. Да, теперь, кстати, можно даже джониться к френдам, поэтому... Раньше тоже можно? Желании, может, нет. Там прям в пати вступать, не спрашивая ПЛ, если настройки, кстати, соответствующие. И в пати может не только ПЛ не войти.
Какой же ты кривой, это Ханза. Блин, чувак, ну ты же здесь наверху, прикрой меня, мать твою, повернись ты спиной. А, мой, отлично. Вот, конечно, зря я так от Тима уходил, ну ладно. Фраг того стоил. Издалека прям хорошо стрелять там. На ком вообще играешь? Там, на солдатике, окей. Да. С другой стороны заходит. Ну и сейчас весь этот софт для баланса у разработчиков, он довольно крутой стал. Я не раз видел подобные софтины. Прямо на рипера прыгнул. Какая вот. Так, мы держим точку. Хорошо. Ну как держим? Нам больно, но мы держимся. Вот, улетел. Не, я стою издалека, как бы солдатам хорошо, что он может. Тик-так, тик-ток. Издалека стрелять. Ну, солдат он на среднем рейнже дерется. У него самое оптимальное. Слушай, ну я вот стою отсюда и прям вот поворотом стреляю. Вот бежит, бежит, бежит. Не, ну ты учитывай все-таки, что надо метиться, стараться. У них ульта аккуратно. Лучше с ультой. Ой-ой-ой, блин, живем, 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 живем. Дракон, дракон, дракон. Я вот в спину расстрелял сейчас с щитом чувака просто. Он второй бежит, сейчас его тоже. Все, оп. Да, ну? Уже раунд наш, отлично. Нет, еще учитывая, что надо стараться попадать в голову плюс разброс. Я стараюсь попадать в тело. А ты старайся в голову? Я стараюсь. Не, ну, конечно, издалека-то лучше в тело, да, реально. Да. Не, просто хорошо тем, что чувак бежит, как бы, и он... На тебя внимание просто тупо не обращает. Ты стоишь где-то вдалеке. У нас сейчас атака, да? Да. А, до этого же тоже было. Нужно до двух. Ну, тут да. Было трешечка. Старая, добрая. Ой, осталось-то сколько? 2 месяца и до релиза, да? 24 мая выходит, да? Релиз. Да, как раз 2 месяца. Да? А сегодня 24 марта внезапно, да? Да? Как все удачно сложилось. Бежим, 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 бежим. Так, ставлю точечку на хпшку. Стреляем, стреляем. Надо обойти сбоку. Ой-ой-ой. Ай, запали меня. Хилимся, живем. Надо было силу зафокусить. Да, я пытался его убить, меня случайно слуп. Ханза, Ханза, Ханза. Просто наш товарищ. Ой, я вижу. Ой. Наш. Мы захватываем, да? Ну, да, вообще говоря. Так. Ой, 6 хп, 6 хп, 6 хп, 6 хп, нет. Все-таки трубик. В 2 солдата забрали. Хорошо. Все, взяли, взяли? Да. Отличненько, отличненько. Так, надо где-нибудь позицию занять хорошую. Вот такую, как мне нравится. Издалека. Ульта, ульта, ульта. Типа ультой заходит, да? Mm-hmm. Дракон. Ой-ой-ой, дракоша пролетел мимо. Твою мать. Ой-ой-ой, там кто-то нарезает. Съел меня просто. Чтобы его пристеротина. О, это ж, скин. Блин, а теперь еще скины отображаются у портрета, прикольно. Просрали точечку. Да ничего страшного. Сейчас вернем ее назад. Я буду издалека настреливать. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, Лусио. Ой, блин, ладно, дал пока ульту, рашим, рашим, рашим. Ставлю. Какой же он толстый, а? Свин. Нормально, нормально, скатали, Лусио остался. Все, ушел. Спасили? Да, точка наша. Добить, добить Лусио, добить Лусио. Красавчик. Все, наш, отлично. Крыса, крыса, крыса. Блин, крыса будет закид. Сзади, 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 с луком. Ах ты. Нехороший человек. Ты ё-моё. До свидания. Чё-то я загулял. Реально загулял. Кто играет? Да, сегодня. Алё, это Сиротин. Вдвоём.
тащим. Ну пока тащим. Почему криворукие? Что так грубо, товарищ? Качество видео говенное, не знаю, все вроде бы в порядке. Он левоч, парни, просто. Да, поставь качество source. Я думаю, проблемы все пропадут. Я проблем не вижу, не считая того, что у меня периодически отваливается то зритель, то чатик. Это, видимо, Twitch сегодня подбарахливает. Ну, это с ним что-то последним даже часто, я сказал, по вечерам. Грустно, но что поделать. Ух ты, трап. Ульта, ульта, усил. Живем. Просто живем. Закончилось. Реперок, скорее всего, с ультой. Аккуратно, аккуратно. Да, ульта, реперок. Все, добегался. Все, 100%. Угу. Ну, неплохо. 2-0. Achievement unlocked, ребят. Ну. Проблема из 42 дюймов, но, не знаю, стрим 1080. Чего ты хочешь? 42 вот это... дюйма? Это телевизор, что ли? Ну, видимо, да. Руки с любовью, ладно, тогда прощаю. Ой, это тот самый хайлайтыч. Да-да-да. Просто... Троих забрал. Уничтожился. Да там еще, по сути, с его помощью добили неплохо. Кого бы лайкнуть? Я не знаю. Мне... Пускай будет девочка. Ну, свин хорошо кидал. Но недостаточно. Ну, он вроде танковал, да, но не более того. Сегодня только нагибатор горы нету. А, о чем я хотел тебе сказать? Ага. А, у нас же есть подписчики, и может быть, периодически мы куда-то ездим, какой-нибудь ништяк привозить? Да я думаю, да. Я думаю, что наши подписчики будут всяко за. Надо как-то их... Ништяк. Вот следующий, я еду на следующей неделе. Куда? Поощрять за то, что они нас поддерживают. Остаются с нами. Так, Вальская Индастрис. Оборона. Да? Оборона Вальская. Так. Бастионыч. Крысюк. Крысы есть, да. Да, крысочка уже есть, ой, две турелики тоже есть, черт. Да, диву возьму, да, буду как-то вытанковывать все это безобразие. Любая движуха, это хорошо. Мы за. Пишут Вакаса и Кахума, два наших. Мы за любой кипиш, кроме голодов. Ой, ну тоже, ну вот для фолверов уже сколько ключиков на разыгрывали, на все. Фолверов мы тоже любим, конечно же. Но надо набить 25 сабов. Нам нужен саб-гол. Мы хотим новые смайлики на Твиче. Да. Это знаешь, это как спрашивают, дочка, ты кого больше любишь, папу или маму? Папу или маму, да? Любим то мы, конечно, всех. Очень конечно. Благодарны за то, что вы с нами. Но всем сникерс купить не получится. Да. У нас печеньки. Всем по печеньке. Всем по плюшечке. Это ты в плане по плюшечке. Ну, в смысле, в хлебобулочное изделие, ничего не подумай. Обойдемся без всякой наркомании. Ну чего так сразу? Смотри, в какой стране. Ага. Все с вами понятно. Господа хорошие. Каждый думает мир своей испорченности. Не, у меня в детстве было все хорошо. Так, цель устранена. Минус один. Да, теперь можно... Я не знаю вообще, насколько играбельно теперь будет заняться с этими нерфами его. Потому что теперь его сферы спадают, если он не видит ни союзника, ни врага в течение 3 секунд. Это бреда был немножко. Если его за это никак по-другому не по... Так, или вот справа будет обходить сейчас. Или там нет прохода. Нет, там нет, то только либо сверху. А, да, только прыгать. По тут, поэтому карта очень. О, забежал, падает. забежал. Да, далеко не убежит. Но о, вместе. Да, Ваня меня скушала. А, давай. Она прошла? Кто прошел? Да, там прошел Макри. Аккуратнее. Ой, тут. Да кто что сказал? Что это было?
Блин, вообще реально свинью убить? А, я убил свинью! Я его убил один на один! Поздравляю тебя с этим. Ой-ой-ой, меня пытаются стереть. Блин, ну хотя бы одного успел убить. Я думаю, что на этом я закончился. Теперь у меня есть ульта. Ах ты, бастион. Жесть, у них бастион еще есть на атаке. Серьезно? Он, да, он зашел и охраняет нашу точку от нас. Отличный план. Странно, что при этом они еще не захватили ее. Да, да. Вопрос времени. Мне кажется, я прям за тобой бегу. У меня ульта есть. Сейчас будет только... Ага. Не успеем, да? Вон он стоит. Все. Объектив, к сожалению, lost. Я немножко потянул время. 8 минут продержаться, боже. Учитывая, что наши какие-то гнумы бесполезные, бастион у нас нету. О, хотя бы Лусиу взяли, ну ладно. Жить можно. Да опять ты этот... толстый. А где наши тиммейты? У нас есть тиммейты? Нам сейчас стату будут портить. Занерфи это. Тут, конечно, ушел молоко, но как минимум я немножко сдерживающе сделал. Ух ты, слушай, ты что тут забыл? Опять вот он, ой, ты красавчик встал, как, да, хорошо? Закончился, закончился. Блин, ульта, 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 в кого, в кого, в кого? Эх, ладно. Надо занять какую-нибудь выгодную позицию сверху. Мальчики любят сверху. Так. Ага, вон там кто-то летает. Чизик, вы чё какой сегодня молчаливый после стрима потеря? Все покашат, можем вам викторину включить. Ох ты, разбегаемся, макрюль-то. Убил. Так. Чтобы вам не скучно было, давайте вам викторинку за бабаху. Ага, вижу. Вдовенька. Да, где-то вдова. Я вижу красную линию. Я даже почувствовал ее немножко на своей заднице. Все, скушено. Проваливай. Всех убью. Вот видите, сейчас 3 секунды, я прячусь, и орб с меня спадает. Кстати, не знаю, просто молчите все. Я думаю, что либо у меня что-то отваливается, там, да, либо чат, либо стрим, либо. Знаешь, нужно включить девочку и так, ну поговори со мной. Да-да-да. Слушай, бастион! Мало, кажется. Блин, там фары без хп, да кушайте ее кто-нибудь, черт возьми. Лучше постоянно вот вон она. Занерфи это. Ох ты, они под ультой заходят, Заньята, аккуратно. Сейчас всех сожрем. Никуда не делись, а вот Заньята. Заньят, пошел прочь. Отправляйся в ад для Заньят. Как думаешь, есть ли специальный ад для Дзиньета? После Дзиньорфа я вполне верю в то, что такое возможно. После того, что сотворили с этим персонажем. Ай-яй-яй-яй-яй! Или вот сверху, сверху. С какой стороны я вижу? У меня ульта есть. Скажи, что дает статус сабов. Вы получаете доступ к смайликам. Нашим нашему Гоха Смайлу, к великолепному фейсу Андрея Сиротина. Как только у нас станет 25 сабов, будет еще 2 смайла. Мы, думаю, с вашей помощью выберем какие, но, по-моему, нам не хватает прям смайла какой-нибудь с эмоцией типа «Привет» и с эмоцией типа «Окей, отлично», что-то в этом духе. Я хочу именно такие нам смайлики. Что, он подольтой, что ли, заехал? Да, он подольтой заехал, но, в общем, закончился. Вы получаете иконку в чатике, вы свободны от всех репрессий чатика, да, то есть вы там можете... даже капсить. По-моему, даже какие-то ссылки вы можете постить. Конечно же, если вы будете этим злоупотреблять, то мы вас за это накажем, но что-то безобидное постить можно. Нашу любовь. Всякие, да, конечно, нашу безмерную любовь. То, что вы с нами. А еще специальную пандочку перед ником. Да-да-да. Для сабов будем что-то разыгрывать, мы вот уже там часть ключиков отдавали эксклюзивно для сабов, да, на халяву вне общего розыгрыша. Что-нибудь еще разыграем? Макри, с ультой аккуратно, сходись. Ах ты! А как это он ваншот? У него же ульта, она такая.
Он был далеко, мне казалось. 10 player kill streak, кстати, они на 3 чуть уменьшили, это хорошо. Ну и да, вы пополняете ряды Гуха комьюнити на Твиче. Гара Пригара смайл нужен. Можно бы что-то такое придумать, да. Гара пока не хочет, чтобы его фейс использовался в смайликах, он прям против. Мы хотели. Можно будет какую-нибудь мою тоже фоточку взять. Забавно что-нибудь замутить. Но не сейчас. Увы. Блин. Черт. Я успею уже вануть? Да, отлично, я успел завязать ульту. Да? Убежал? Ага. Ого, и сразу все новое. Мека сразу откатилась, да. Аккуратно, колесико едет. Колесико, колесико, колесико. Я его убил! Да, теперь его убить несложно, всего 100 хп, и это убиваемая сумма. Если его убить, то он не взрывается, поэтому тоже очень сильно понерфили крысу. Ну потому что он... Раньше он был сильнее. Вообще, что-то всех близок понерфили, черт возьми. Ну потому что, опять же, есть статистика. Скорее всего, ну как бы, всегда сидит в офисе разработчика вот чувак унылый, который, как занимается. Я, перед таблицами. Смотрит в таблицы, и таблицы показывают, собственно... Где все хорошо, а где все плохо. И если все слишком хорошо, то это надо нерфить. Включил вам викторинку. Развлекайтесь в чатике. Там. Не ходите с нами разговаривать, может, с викториной пообщаетесь. Танк, 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 аккуратно. Дядя. По центру. О, сзади, сзади заходит, сзади заходит. Тут везде заходит, если честно. Блин, убил только что. Еще. Я ее убил. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой, что-то они кого-то убивают по одному нас. Нормально, нормально. Нам всего 1.5 минуты осталось подержаться, мы это вполне успешно делаем. Крыса тут стреляет. Ты серьезно собрался меня за ПВП шить? Дурацкий ты бастион. Твои надежды тщетны. Слушайте, я прям так неплохо. Всего, правда, 18 киллов, но... Вроде нагиб идет. Пообщаться долго, 10 секунд. А, кстати, у сабов нет такой проблемы. Сабы свободны от слова мода. И 10 секунд это не так много. Нас кто-то включил на канале не так давно слоу мод на 2 минуты. Не знаю, правда, кто и зачем. Я ж офигел, когда узнал. Сейчас сделаем всего 10 секунд. 10 секунд нормально, чтобы... Ну да. Спамер не заслал весь чатик, если что, какой-нибудь залетный. Мы же хотим, чтобы наш чатик был... Они будут рваться? Вам да будут, они сейчас как бы Last Chance, они должны сейчас как попробовать собраться и затащить, если они... Поэтому надо их подобрать на дальних. А, ты почти убил. Ну. Я вижу град. Ах ты, я его убил на подлете. Слушай, вот мне нравится. Солдат. Yeah. Все. Легчайшая вторая победка. Ну не вчера, не легчайшая. Не, нормально, нормально, они даже толком ничего нам сделать не могли на второй точке. Да, вообще ничего. Ни разу даже до третьей не докастили. Поэтому это реально легчайшая. То есть хорошо, что мы не в дно тим играем. Да. Тиммейты тоже наши ставят свои турельки, а турельки кого-то подстреливают. Они хорошо, что вот они фоном стреляют, как бы отвлекают на себя. Очень даже отвлекают, особенно если этот атакующий не умеет нормально с ними расправляться, да, там. Как-то не прикрывают друг друга, не врываются танками, чтобы эти турельки понерфить, поубивать за того же самого обезьяну. Рейд матч поменялся тоже. Давайте поставим, ладно. Это был Гара при мне. А что был Гара? Так. А Гара поставил слоумот на 3 минуты. За что он так? Кто там ему весь чатик так сильно засрал, что ему пришлось ставить аж 2 минуты слоумода? Я достиг 16-го уровня. Почему английская версия? Потому что так сейчас правильнее играть. Когда играю соло,
в основном попадаю в команде с европейцами, объясните, ну, то есть я сам, например, не в курсе был, как называется. Слушай, а с ними же можно говорить. Ну да. В voice-чате. И чтобы знать, например, что красавчик это Джункрат, там, да, этот вдова это... Виндомейкер, точно. Вот. Там, женец это Рипер, ну, конечно, это само собой, но так или иначе. Ну, смотри, у нас 72-й уровень. Два жнеца. Один уже, да, решил поменять. 72-й уровень. Плюс название по-другому. Крылышки у них такие классные. Ну, от левел зависит. Каждый 10 уровней у тебя меняется портрет твой. И чем выше уровень, тем больше крылышек. Ачивки? Нет. Реально, как бы, близы пошли по правильному пути. Всех этих, не влияющих на баланс скинов, ачивочек, да, портретиков. А, потому что, ну, все это все равно мотивация играть. Так это путь мобы. Ну, как бы, это такой стандартный уже... Не, понимаешь, ты же вспомнишь, как начиналось Overwatch, да, в... осенью, на первом ЗБТ, там не было ничего, боже мой. А, да, реально, смотрите, портретики еще со скинами. Круто, наконец-то они это сделали. Там не было никакой мотивации, то есть там просто играешь, там ни статистики, ничего. Ну, поэтому тест идет, тест же идет. Да-да-да, вот. А сейчас уже появляется, ради чего задротить-то, да? Как себя выделить на фоне остальных, чтобы показать, что самый нагибатор, что у тебя легендарные скины, легендарные там позы, самые что... крутые хайлайты, самые крутые ачивки. Чемоданы. Чемоданы покупать. Так, а мы без танка, да, я так полагаю? А, у нас, ну... Такой. У нас пуч есть. Хотя пуч это все-таки больше защитный танк. Дев. Ладно, да. Оу. У нас вообще два гнома, серьезно, в атаке. Что-то только сейчас глянул наш состав, ну ладно, допустим. Боже мой, нифига тут Риперу кабинку-то проламывают. Так, надо с другой стороны расчистить, а то там... Патроны что-то мы как-то от Дефа играем. Легко, они бесконечные. То есть вам, конечно, надо этот, время от времени... Атаму убил! Нормально, второго, нормально. Второго. Сзади, сзади, развернись, Рипер, блин, придурок. Я двоих. Вдову. Боже мой. Короче, я пошел стрелять сам. Заходи, мы заходим. Это этот беспонтовый был гном. Заходим. Зашел, забежал наверх, направо. Хожу. Направо забежал. Так надо на точку уже идти. Чего ты ждешь-то, блин? Да. Жду подкрепления. Я точку захватываю и вдову убил, лол. Я просто силен и крут. Мерка нагибатор. Ой, блин, Андрей, ты лучше на точку вставай. Там иду на точку. Там бастион. Просто вставай. Ой, уходи. Сверху, да. Угу. Вот я стоял там сверху и убивал чуваков. Ну некуда было скрыться. Просто некуда было скрыться. Я бы хоть этот сныкался, резнул вас, но... И, блин, чё, не докастили, да? Нет, не докастили. Нет, немножко совсем. Ладно, две трети есть, это довольно быстро все. Что тут за вопрос? Занятие, служащие для развлечения отдыха спортивного состязания. Играть, серьезно? Ну ладно, как скажете. Ой, бастион, подлец, да? Он меня выцеливает. Блин, просто играй за мерку, стреляй из пистолетика, убивай всех. Вроде саппорт, а вроде и нагибаешь. У меня вон Objective Kill даже есть, да, и 4 Elimination. Чё, всё? О, ульта. Идём дальше. Ты. Боже мой, ты бесполезная подруга. Сдохни. Лол. Боже мой. У нас какие-то прям вообще редкостные бомжи против нас играют, которых я умудряюсь за мерку убивать. Не часто такое бывает в принципе. Так, надо вставать на эту штучку, да, и ехать. Блин, я не успел, давай, ну ладно. Так, сейчас привязаться нет, поздно. Ай, бастион снизу. Ой, солдат! А, убил! Солдат убил. Вот отлично, это отлично, да.
Так, а теперь можно... Андрей, давай проходим. Сейчас просто вдвоем захватим точку. Я прикрываю. Шультой. Сзади, сзади, сзади. Аккуратно. Ну все. Легчайше. Просто achievement unlocked. Да. Что уровень дает? Уровень дает портрет персонажа. С каждого уровня ты получаешь лутбокс, с которого ты можешь рандомно дропнуть скины. Victory pose. Вот такие вот play of the game, да, как вот сейчас у Макри. Когда он троих сейчас убьет, просто с ульты. Очень прям play of the game. MVP не иначе. Да. По соточке снял. Как? Ну, так у него ваншоты, да, по сути. Ну, все, кроме танков. Она, по-моему, на 300 дамажит. По 200, наверное. В общем, дофига. Все, давайте эпик. Не эпик, я был самым крутым хилом, который еще и всех убивал. Все. А почему всего три? Ну, никто остального не проявил, да, себя? Потому что остальные были слишком плохи, чтобы попасть в этот список. Сундук бустер с 5 айтемами. Да, 5 айтемов, из них как минимум один. Нет, почему, там даже может быть ни одного редкого. Не как в ХС, к сожалению. Да, да. Что за игра? Я просто только вчера с Парагона на вас подписался. Это Overwatch от Blizzard. Шутанчик, похожий чем-то на Team Fortress. Тут 20, сколько, 21, что ли, персонаж, да? В общем, все со своими фишечками, со своими скиллами. Есть классы саппортов, есть классы танков, есть классы дефендеров, то есть защитников, и классы штурмовиков, ну, в общем, атакеров. Поначалу непонятно. Да, ну, не, довольно быстро вникаешь, то есть игра в целом максимально проста для освоения. Но самое сложное — это в нее попасть. Это да. Потому что даже купив самый дорогой себе набор предзаказа, вы... Остаетесь only watch. Не гарантируете себе доступ в игру, да. Так, ожидание, достаточно игроков. Думаю, что... Да, пока ищем. У нас ливнул, противников ливнул, все, нашлось. Division будет завтра, друзья. Мы завтра со Скифом побегаем. Попроходим челленджи, погоняем в Dark Zone. Там теперь наконец-то фанчик. Вот та самая хрень, которую я проиграл в Division. От полного бреда со штрафами для этих, для регентов и для... И огромными плюшками за их убийство, плюс огромными штрафами за то, что они умирают, плюс никакущими плюшками за то, что они выживают. Это все дело хоть немного пофиксили, и теперь есть смысл. Мы тут сидели с женой, играли в Архейджи, но мы в этом, в нашем, в ТСе, в Гоховском. Угу. И ко мне заходят чуваки на канал, говорят, пойдем в Dark Zone. Я такой, Там, видимо, очень много людей, которые сидят в Division играют. Ну да, у нас много народу. Панда? На форуме. А, то есть они все, это они все, ну, тогда? Ну да, да. Мы всех просто зовем там в TeamSpeak, чтобы они там объединялись. Круто. Да. Поэтому вообще такая там... тусовочка крутая. Комьюнити находится. Прикольно. Живет. Так, сбоку пойдем. Так, или пикнуть. Нет, я, пожалуй, девочку лучше пикну. Будем пик всех нерфить. Тыкай в броу. Ну, это, видимо, имеет в виду как раз потасовочку. Сгоняем. Давай. А в чем смысл? Ну, я так понимаю, там сейчас с Ханза против Генджи. А, все типа играют за одних. Ну, персонажей? Типа да. Всего два героя доступны, по-моему, для пула. Или одна команда за одни, другая за других. Так, сейчас с этой стороны будет стеночка, может даже не стоять, не ждать. Я уже просто видел Мэй, и все сразу становится понятно, что это коварная ледяная барышня планирует с нами сделать. Мне, ну, мне пофиг, я иду. Даже врагов не вижу. Да, я тоже. Блин, куда? Да. Почему я вернулся назад? Снес вышку, так. Давай. Иди ко мне, помогай, ставь хилочку. Отлично. Все. Точка. Ваншотнуло. Убило тебя? Ваншотнуло. Я стою. Так, нормально. Мека активейтед. Лучник наверху просто. Ага. Я просто соло кастую. Боже мой, такие они не очень. Может быть, прокачку увеличили? Почему стали такие раки? Легчайшая точка, не знаю. Они прям реально какие-то очень слабые товарищи. Сейчас также смогу рошануть и закастовать пишечку, то это будет... Я за тобой. Блин, нет, тут меня уже встречают, к сожалению. Так, я сбоку пойду. Ой, слышу турель. Стреляет. Все. Это уже было слишком дерзко, когда я на троих полез. Но я еще живой. Где она стоит? Я бы и снял. Я стою там, где обычно.
Так, а, у нас вторая точка. Чего-то я еще на первой стою, думаю, что-то не происходит ничего. Слоу-мод. Кто включил слоу-мод? Кто где? У нас дефолтно стоит слоу-мод 10 секунд в чатике, или это про что? Кто-то на сироте на слоу-мод поставил. В смысле? Да я стоял около первой точки и думал, а в игре, блин. Чё никого это, да. Так, ладно, сейчас надо нормально зайти и затащим. Давай. Слева турелька. Там давай наверху. Ай-яй-яй-яй-яй-яй! Убежал. Там давай наверху стоит. Вон она. Подонок. Турельку снял. Ну что же, видимо, вдова появилась. Черт. Занерф это. Не успею уйти, не успею. А, черт. Чуть-чуть не скрылся за стенку. Не в курсе, даже у Дианы небольшой рейндж, но спрятавшись за препятствие, ты уже не получишь урона. О, ульта! Ну-ка. Meteorite Destroyed. Такой у нее прикольный французский акцент. Опять показывают, что у нас 0 зрителей. Я так понимаю, это опять Twitch балуется. До свидания, наш плюшевый мишка. Так. Ой-ой-ой. Мы что-то на точку не заходим. Мы уже треть закасим, нормально, у нас 6 минут, надо просто регруппнуться и нормально зайти. Отлично, если прогон трансляция будет и ключики. Это... Скорее всего, да? А ключики у меня уже есть. Уже есть? О, да, тогда точно будет. Я что-то сегодня случайно попросил. Тогда вообще отлично. Тогда точно будет, друзья. Я, короче, иду на точку, а то что-то... Может быть, даже в выходные, может, даже завтра там что-то... Радиозон завтра собирался, может, они с Гара постримят. Все, докастовываем, и победа наша. Все. Легчайшее 3-0. Поэтому, друзья, чтобы не пропустить, подписывайтесь на нас. На все наши социалочки также тоже подписывайтесь. ВКонтакте, Твиттеры. Заходите читать наши новости на сайте Гоха.ру. Ну и расписание, которое у нас есть слева под стримом, мы тоже стараемся жать. В более-менее актуальном состоянии, не считая Гара, конечно. Слушай, я на стрим ставлю нотификацию на канал, который мне нужен, и мне на телефон пуш-уведомления приходят и на почту. Это вообще полезно. Поэтому да, нотификации, чтобы не, ничего просто, не пропустить. Просто на самом деле нет времени ходить и смотреть по сайтам, что как происходит. Я новости все читаю в основном в соцсетях. Да. Это, кстати, зло. Соцсети, они, не знаю, все время тратятся. Ну, короче, это все время, что ты сидишь, они открыты. Это же вообще ужас. Вот даже сейчас сижу, у меня открыт ВКонтакт, Фейсбук и Твиттер. Но Твиттер я в меньшей степени читаю, хотя зря, конечно. Я сегодня подписался на Твиттер Дональда Трампа. Ух ты, что он там интересного пишет? Он там за политику дает. Ну, конечно. Он все-таки кандидат в президенты. О, новые карты, друзья. Наконец-то мы ее увидим. Дорога 66. Пока поиск, можно на трейсер ее поизучать. Карта сопровождения. Соответственно, кто-то будет тащить тарантайку, кто-то будет ее дефать. Куда он делся-то? Как же я хорош, а я просто сам себя тащусь. Это называется короче, ты понял. Да, я понял. Ну, вот это вот самое. Уинстон, ну сдохни. Ты, кстати, видел новый мультик про... Да, вообще потрясающий. А я не смотрел. Я видел. Столько раз я его видел. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Меня кто-то сзади догоняет. Ты лошара. Еще один Уинстон. Ты лошара, потому что... Столько раз, да, видел. После этого близы пишут, бросайте свои несчастные игры, идите в
кинематограф, делать мультфильмы. Любой очень Pixar затмите. Долго и дорого, ты чё? Мол, фигня этот ваш Вов. Делайте мультики. У вас-то хорошо получается. Не, ну блин, все-таки да, всякие разные ролики, трейлеры от Близов. Это вещь знаменитая и очень крутая. Возьму-ка я вдову. С другой стороны, правильно пишут, да, что если они из формата короткометражек перейдут к полноценным фильмам, то им придется сильно расширять штат. От этого пострадает и качество, и... Ты думаешь, они сами делают? Ну, я думаю, что у них кто-то, да, занимается. Явно не на аутсорс это отдают они. То есть у них есть в студии какие-то мультипликаторы, которые сидят у них на зарплате и клепают все это добро. Хотя они могут себе позволить ролик такой делать. Ну, я и говорю. То есть, ну, либо они, конечно, имеют уже там контракты с Пиксаром. Тогда да, вообще все очевидно становится, откуда у них все настолько круто, боже мой. Так, вообще, что-то не тем занимаюсь, мы с тобой заболтались, надо карту изучать. Все-таки новые карты, надо все заковать. Блин, где-то стоит посмотреть. Около меня этот, со звездочками. Я в него всадил несколько пуль. Я слышу, как он стреляет. Тут можно в бильярд покатать шарики. А, все, я его убил, наконец. Если будет парагон, будут и ключи. Ну, да, эти события как-то взаимосвязаны. Сейчас получается, что не стрим, то хотя бы ключиков 5, а то и 10 мы вам умудряемся закидывать. Еще и бот заходит. Пяток есть. С парочкой-троечкой. И вообще неплохо. Все. Непал. Блин, а что нам не дали? Нормально на карте-то новый. Зря мы, что ли, по ней бегали. Метражку Pixar рисовали? Эх. Я не думаю. Не, ну я не знаю, правда. Верить, не верить чатику. Но реально круто получилось в любом случае. Нарциссизм. Графана Квейк похоже. Ну, чем-то немножко геймплейно, конечно, напоминает, но совсем отдаленно. С другой стороны, сейчас многие квейкеры от скульщики как раз пошли играть в Overwatch. Знаменитый кулер, само собой, не только он. И успешно в нем насосывает. Я смотрел, да, игру кулера. Какой-то он, вот, ты был чемпионом, все, вот, возьми себе кубок, поставь на полочку, иди менеджером в Евросеть работать. Твое время, да, немножко прошло, как не грустно. Все вот эти... Молодые школьники, которые сидят в игре 24 часа и... Во-первых, если вы играете в Paragon, то вы знаете, что есть Unreal Tournament, который сейчас в Альфе находится. Overwatch, имеешь в виду, да? Нет, там Unreal Tournament. Нет, ты как сказал, Paragon просто. А, потому что ну, на да. Ты. У них в одном через же все. Да-да-да. Плюс выходит скоро безумный Doom. Doom новый. Он вообще, ну он, ну как бы он без номера, да? Угу. Ну это как сейчас модно стало. Hitman, да, FPS, все безномерное. Вот. И он тоже, судя по роликам, должен быть какой-то вообще сумасшедший. У нас что, защита, да? Нет. У нас была трешечка, захват точки. Ой, блин, сзади девок нам дошла в спину. Так, хорошо. Козлы, козлы, зажали меня. Я не сдамся. Я не сдамся вам. Сука, крыса. Я всех убью. Не рано меня со счетов списывать. Крыса подонок. Боже, как же я круто. Тебе нравится? Я просто вообще в восторге. В сравнении с тем, какой я был рачок, да и какой я рачок обычно, я просто невероятно тащу. Это связано с тем, что против нас сейчас какие-то вообще бичи играют. Ну, уже которую игру подряд. Ну да, Рибела вроде не самые плохие, многие даже выше меня по уровню, то есть все потом недостаточно в игре. Ой, блин, ну да, расходимся. О, блин, а почему меня лута не достал? Видимо, я потому что за стенкой был. Хорошо. Я
Дракон, дракон, дракон. Колесо. Валим. Ясно. Допрыгался. Это еще и телепорт вообще редко. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Редко симметра играет на эту карту. Вдвоем. Запинали меня вдвоем. За нерфи это. Захват в объект. Не ульта, аккуратно расходимся. Все. Кончились. Как меня удачно откинуло-то. А то бы отъехал. Пять, ты приехал сюда, чудовище. Ай-яй-яй, ай-яй-яй. Я убежал. Засейвился. Хилочку. Так, надо. Черт. Сзади, 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 сзади. Нет, труп. Генджи. Кстати, Андрюх Турнамент я очень любил в детстве. Надеюсь, да, что да. Новый выйдет очень хорош. Боже мой, нам просто сломали всю команду. Давай, до свидания. Похоже, этот раунд мы проиграли. Хотя еще шансы есть, конечно, надо регруппаться, группа. Колесо, вот, колесо. Они к нам уже просто на базу идут. Это они делают на самом деле зря. Надо их за это наказывать. Я просто иду кастовать. Потому что там даже сейчас один окажусь. Нет, да, нет, 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 еще. Нет. Жаль. Нихульта. Раздвигаемся, черт. А, у меня ульта через 10 секунд. Я просто живу сейчас, даю ульту тоже в проход. Есть шанс. Есть шанс, последний шанс. Он трудный самый. 9, 8, 7, 5, 4. Нет, 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 нет. Отвали. А, фак, ну просто на 3% надо было досидеть. Идем, идем кастовать. Все. Надо было просто встать на точку. Закончили. Вот, портрет Дивы, смотрите-ка. Well played. На стенке? Ага. Не понял. Может, это какая-то это? Тут за реклама Горизона, смотри. Horizon. Но это что-то другое. Ну, может быть, да, это вроде какая-то как раз станция на Луне, на которой кто-то жил из героев. Вот где ускорение для нас от этого? Не знаю. Хилочку поставил, поставил хилочку. Что-то нас вытеснили. Нормально, нормально, нормально. Я очень удачно по спину зашел. Блин, их как-то они вот. Диву, диву добить, диву, диву, диву. Меку забрали, мою любимую мекочку. Че, все еще битва идет? Я еще дерусь, я еще даже живой. Поставил я хилочку, не... хилочку поставил. Ёпарасоте. Потрачено. И тут ульта откатывается, отлично. Сбоку зашел, встал и снова убили. Блин, у них уже подсчет пошел. Да, надо тащить. Надо что-то менять. Попробуем заморозить, что ли. Байчу, байчу, байчу. Где все? Колесо едет. Колесо что-то взорвалось у стены. Блин, они нас пока кайтят, это им выгодно. Надо идти к ним. Замерфить это. Черт, ловушка! А! Блин. Долбанная ловушка. Как я в нее встал?
просто сам себя убил в самом. Косяк. Что-то надо, блин, срочно менять, наверное, сейчас, если умру, я отстаю на точке. Смотри, отлично, отлично, отлично. Это явно наш. Кастуем, кастуем, кастуем. Блин, куда же результаты сейчас? Зачем саунд барьер? Надо дефать. Нормально, перевернули. Мне нравится эта игра, я не люблю футуризм, а то он какой-то нездоровый. Ну тут такой мультяшный футуризм, это прикольно. Конечно, не для всех, да. Но вот нам нравится, да. Аккуратно. Колесо. Вот 30 хп. Блин, где тут хилочки были? По-моему, тут где-то была, нет? А вот она. Боже мой, добраться бы, добраться, добраться. Вдова, 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 вдова! Я с тобой, пошли, они что-то кастуют, давай встаем. На точку. Пойдем, пойдем, пойдем. Ой, их много. Кого много? Ты кого много? На точке. Черт. Засмотрелся на твоем много. Решили меня меки. А, убил! Вдову, 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 убиваем! У меня руки теряются! Живем, живем, живем. У них ультак, обратно. Да сдохни ты, сраный! В ловушке! Хилочку, хилочку, хилочку! Обалдеть! Аккуратно, аккуратно. Надо было усилу за фуку. Ааа, фак, фак, фак! Поджигай. Давай, давай, давай. Вот это война, и которую мы проигрываем, походу. Потому что не можем одного сратого усилу убить. Как такое, мать его, возможно вообще? Не знаю. Imagination is the essence of discovery. Fire in the hole! Я все понял. 93%. Идти на точку, срочно точку. Точку. Я. Все, до свидания. Наше первое поражение сегодня, друзья. В этот раз враги дали нам прикурить. Только сейчас пришло удаление о стриме. Это Twitch. Он сегодня гуфается вечером. Блин, расстраивает на самом деле. Все хуже и хуже он работает с каждым днем. Как ты думаешь, происки ли это каких-нибудь там абузу? Конкуренты, может, по Twitch копают? Никого нет. Да нет конкурентов, ты че? Ну, абузу сейчас активно развивают, там, получают какие-то права на трансляции турниров. Все это бред. Тот же самый Overwatch сейчас транслирует именно там. Многие турниры по Dota туда уходят. Да не. Фигня, мне кажется. Поэтому будут пытаться. Не, блин, хорошо, нужны конкуренты Твичу, потому что реально в последнее время стабильность его не радует. И чем Твич — это же Амазон? Конкурентов, да, это Амазон. Да, вот DLC у них был самый MVP однозначно. И пока мы не могли его убить, и команда тащила. Ну, потасовочку. Давай под конец. Не, давай пока продолжим. Под конец. Ну или давай прямо сейчас, окей, хорошо. Да, говорили. Посмотрим, что это новое. Living Game and Group, are you sure? Living Game is Group. Да, я. Да, теперь, друзья, кстати, если ливые, что автоматически засчитывают тебе поражение. Ну, в смысле, во время игры. Это правильно, потому что очень много было филлерков, дизморальщиков, которые ливали прямо в процессе. Так, Супер Шамада Брос, Welcome to Hanamura, Genjin, Hanza Only, Faster Abilities and Slow Ultimates. Ох, блин, я ни с того, ни с другого не играл 100 лет. Ну ладно, сейчас, значит, буду... Тащил всю игру, сейчас буду просто рачить. По самому небалу. Собственно, два персонажа, да? Всего, да? И на Hanamura, как раз, типа, на их японской карте. Пошли сразу. Айда! На базу. Два меча резать. Ага. За предзаказ ранний доступ не дают. Нет, это призы. У них своя политика, они не дают. Но
дадут ранний доступ к ОБТ предзаказникам, да, ОБТ будет с 3 мая. А вайп будет, нет? Не знаешь? Да, будет. Ну, не знаю, будет ли он перед ОБТ, но после ОБТ, конечно же, будет. 100%. А чем мы сюда пришли? А у них никого вообще нет? Пока никого нет. Ну, сейчас кто-нибудь рестнется, и мы будем прямо, знаешь, этот чуть ли не на базе. Надо заныкаться, и можно развлекали эти делать с ними. Много ли народу вообще сейчас потасовочку играет? Кстати, друзья, вот реально появилась проблема с поиском игр потихоньку. Надо близам новые инвайты раздавать, я думаю. Пора бы уже больше человек переключать с онли-вотчеров в игроков. Покажи, нас трое. Скины, так... У нас просто примейт, я так полагаю, да? Я в поиске не могу, да, к нам заджунился еще Ланзар в партиечку. О, есть противник. Отлично, пошли гнобить его и унижать. Ждем, давай. Ну, хоть скиллы вспомнить. Что там было? ПКМ, ЛКМ, вон он, так, вон он, рывок. Вон он. Так, это рывок на шифт и на ежечку, на отражалочку врубает, да? Ульта миришная. Ага, это я помню. Все, я заныкался. Ну вот он там около вас. Да я вижу, но он в себя в пиззоне туда не зайти. О, их уже трое. Так, хилочка здесь, какая хилочка. Ой, убили. А, да. Выручивать достойный, он отстойный, тьфу, достойный. Так, что у нас тут? А пока ничего, он пока собирается игра. Сейчас вроде бы пока идет ЗБТ, потасовка будет меняться чуть ли не каждый день. А потом уже на релизе она будет по правилам меняться каждую неделю. Сейчас они пока типа тестят. Да, то есть ОБТ для предзаказников с 3 по 8 мая, а для всех остальных, для тех, кто игру еще не купил, только думает с 5 по 8, по 9, 9 мая. Я думаю, еще будут какие-нибудь стресс-тесты. Может быть. Хотя уже не факт, раз они уже ОБТ поанонсировали, еще и закончится... Они уже релиз анонсировали. Ну да-да-да, нет, в смысле то, что закончится еще перед ОБТ-ЗБТ, я думаю, что уже не факт, что будет стресс-тест. Мол, типа, ждите. Какой же я кривой? Нормально. Почти сделал фраг. Нет. Эй, сзади! Сзади! Эй, прыгаем, ага. Прыгаем. Ай-яй-яй, ребят, я к вам прыгаю. Прикройте меня! Эх. Да мать твою, сдохни! Нет. Сдохни. Он более прогучий. Блин, даже вот смотрите, уже 4 минуты ищем, не можем до сих пор собрать лобби. Я думаю, потому что настроя. Я думаю, он просто на примейт смотрит такой, о, да они офигели, что ли? Да не факт. Ой, блин, как больно-то. Черт возьми. Просто надо очень много меткости, а это надо тренировать за этого героя, да, с его скоростью атаки и так далее, чтобы умечь и мочь. Блин, я когда в детстве играл в контру, я прям помню, мы там с калаша хедшоты делали, да, через всю карту. Я один против троих ездил в деревню, играл один против троих, даже в разных небольших турнирчиках компьютерного клуба по контре тащил. Это было, конечно, очень давно, это было еще в школе. Ну да. Но тогда, да, тогда знатно рубился в Counter-Strike, а еще даже не 1.6 он был, а раньше. Да. 1.5, 1.3 мы там гоняли. Старпер. Да, отлично, разлетелся. Нормально, стоп, тренируюсь немножко, а то я реально за него играл всего, по-моему, 2 раза. За Генджи, когда его ввели, и все, и на этом я забил на него. Ничего себе. Саппорт с Нотнонгс, да, у нас небольшой выбор, небогатый. Вот давайте хоть за Ханза тогда слетаем. Я вам такой не мирно-зеленый скинчик.
Чаще юзая обилки 2 секунды КД. Лучника изи убивает за Гензи. Просто стоишь, не шевелишься. И отбиваешь его стрелу ему в голову. О! Да, за Гензи. Хотя на защите за Ханза. Сейчас посмотрим, что нас напикают. Я думаю, что двух Ханза хватит, поэтому давай пикать Гензи. А он, когда блок стоит, он отлетает с противника? Да, у него блок с возвраточкой. Ого. Он его дефлект, видишь, дефлектинг камень к Projected Towards. В общем, возвращается в цель, которую ты бумеранг прицеливаешься. То есть, если обилка дивы, она просто блочит урон, то это еще и возвращает его обратно. Такие все ниндзя прибежали, да? Бегуны, разбегуны. А лучники тоже могут, да, запрыгивать? Не помню. Что-то они тоже могут, да. Какой же я кривой. Вот это, друзья, что значит, когда ты за персонажа просто не тренировался. Еще до сих пор к его анимации атаки не привык, да, к тому, как он расстреливается. И делает. Просто... Кто-то прошел уже. Слушай, ну это прям замес. Ага, да-да-да. Это как на пистолетах. Реально. Эко-раунд. Это сейчас модно стало называть эко-раундом. Эко-раунд? Ага, когда все только на пистолетах. Ну не все, а те, кто проигрывает обычно. Черт. Съели меня. Ну, видели просто возвраточка и этот и рывок. Моя жизнь кончена. We are losing the objective. Push them back. Мы теряем объект. Пошли дефать его. Что-то нет тут никого на объект. Ну что-то да, немножко. Все, первую точку мы просрали. О, убил, отлично. Хоть одного-то я осилил. Эй. Что началось? Что это за врыв такой? Попрыгунчик-то. Такой попрыгун. Думаешь, я тоже не умею возвраточку делать? Ты вообще на кого, как там, арамсы гонишь, лясы точно? Угу. Да? Слушай, ну сложно, лежит. Вот этими персонажами прям... Ну это, да, очень... Как они, даже... Одни, конечно, из самых сложных, да, скилловых, но... С другой стороны, они очень сильны. И все, ну, именно Гензи, его там все... Кучу раз, если вы следили, нерфили, бафали, что с ним только не творили. Черт. В итоге он все равно хорош. В итоге все равно его пикают. Нам некий Валентин 1-2-3-1 заглянул своими спам-предложениями. Надо его что предлагает? Побанить. Какую-то фигню. О, ульта пошла. Ага. Поглоти меня, дракон. Как мне нравится просто делать возвраточку. Вражеский дракон, аккуратно.
Ой, хедшот. Ой-ой-ой. Тут прям нужно срочно хирус на водой. Ганзо, от ее сервис. Да боже ты мой. Кому попаду с этой той? Моей милишной-то. Боль. Просто боль. Нормально, нормально, мы даже щиточку не просрали по итогу всего этого безобразия. Дракон, дракон, дракон. Вражеский у нас, хорошо, расходимся. Ай, хорошо, ай, хорошо. Да, ульта аккуратно. Надо больше, на самом деле, вот так вот раскидывать их по трое, когда персонаж тебя активно мансует, вот так вот. Тогда больше шансов попасть. Ох ты, еще один дракон. Не дайте кастовать, не дайте кастовать. Черт, черт, черт. Contested, contested. Живем, живем, живем. Нифига их тут. Доби, доби, доби. Отлично. Все, шикарно. Я потихоньку разыгрываю, смотрите, друзья. Да щамба поперла. Только еще целых 3.40 дефа. Я не знаю, как мы это сделаем. Расходимся, да. Наш ульта. Обмен ульта. Ого, в полете получилось. Отрезались. Так, куда? Ай-я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 й! Да ты надрал! Эй, ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей! Чё-то сложно! Я... Сложно! Очень сложно! Это какая команда просто! 5 Гензи и 1 Ханзо такой в центре стоит. Кстати, а какие будут какие-то за потасовочку там бустеры даваться? Че что? За первую победу, может, лутбокс дадут, нет? Еще раз попробуем или черт с ним? Ну, этими же чуваками сложно, мне кажется. Ну да, давай. Настолько я скиллован. Просто скатаем квикплей, я думаю, что мы еще одну или две и будем заканчивать, да. Что? Так планировали всего на часик. Что ж, Twitch сегодня что-то штормит, отрубает все подряд, чаты, зрители, нотификации. То, наверное, ему пора отдыхать и нам тоже. Да, реально вышел Dark Souls 3, только японский слегонца. Ну, многих людей это почему-то не останавливает. Точнее, понятно почему, да, они хотят поиграть в Dark Souls, им пофиг, что он весь на японщине.
Видимо, им норм. Потом должны будут прикрутить, но потом это потом. Так, что у нас пока поиск? Значит, можно на трейсер. Блин, почему нам так не кинули новую карту? Мы там немножко поразминались, а где сама игра? Сложно. Что-то меня тут аж зажали. Тут что-то стрелы летают вражеские у нас на базе. Что за фигня? Ой. Ой, ладно, я передумал. Андрей, ты где там вообще? Андрей, с нами? О. Нашел партиечку. Видимо, он до сих пор еще не подошел. Андрей, я вижу твой 1-2-3 в чатике, а тебя не слышу. Андрей, ты где? Че там 60 рублей врагов? Все, ну конечно, может быть. Джоин. А, ясно. Видимо, вылетел наш товарищ. Living New Game. Так. Death walks among you. Не понял. Меня в существующий, что ли, закинул? Я тут еще один нахожусь. Андрей, ты где? Давайте перезвоним ему. Похоже, его и Нет приказал долго жить. Что тут происходит вообще? Какая-то симметрия бывает. Боже, стрим, все нормально? Ребят, меня слышно вообще, видно? Андрей, ты где? О. Ты куда пропал? Андрей? У тебя микрофон, что ли? Да. А, что-то вот, отлично. Звук отвалился. Меня напугал. Так. Пропал куда-то. Так, ты можешь к нам присоединиться? Да, захожу. Ну, пытайся. Так, ладно, вообще. Какого фига я за рипера? Я не понял. Кого у нас там не хватает? Ладно. Возьму девочку. Все, меня слышно, отлично. Со стримом норм, блин. Косячный сегодня вечер. Я просто как зритель. Слушай, ну я не хочу ливать, не хочу поражения. Чуть подожди. Смотри. Да. А ты, кстати, можешь за врагами наблюдать? Или только за мной? За врагами не могу. Жаль. Это было бы читерство. Ну да. Team Help. Ой, блин, да. Свидание. Между нами стена холода. Вообще кошмар какой. Все, поехали. Нагибалите. Сейчас быстренько устроим. Ты там знаешь, что ли, упал или что это было? А, я не знаю. У меня что-то. Я просто вниз ходил на другой этаж и. Видимо, наушники не выдержали разлуки. Кабель задел, да, там случайно. Беспроводные. Ага. Нет, ты еще и в игре же выпал, то есть не только в скайпе. А, да? Да. Может, что-то с рынком случилось. Камни, самокаты. Так, о! Могу выбрать! Что выбрать? А, джониться? Да. Погоди, у нас вроде все равно пятеро. Ну ладно, джонься. Точнее, нас шестеро, да. Видите, панельку поменяли немножко сопровождение. А, ну я так в команде противник. Что? Команда. А, во, смотри, нормально, за фидонькаешь так. Слушайте, в команду противника какое-то читерство, лол, серьезно, смотрите, он поджонился как друг, его пустил на слот команды соперника, что за бред? Ну, а как играть-то? Играй, сливай нам. Вот, смотри, тебя уже слили, разочек. Вообще, друзья, в картах сопровождения многие забывают о том, что вообще на этой карте надо делать. А именно сопровождать. Спускаются в ПВП, ведутся на провокации соперников. О, блин, нас ультадзе нет, а я побежал куда-то там далеко. С
все. Наш товарищ. Киллстрик, отлично. Надо только хилочку бы найти, она, по-моему, где-то здесь была. Андрей, ты опять молчишь или что? Нет, нет, я умираю, сосредоточенно. Прям передо мной телепорт закрылся. Не, ну это нормально, реально можно засылать, да, как какого-нибудь сливного казачка. В общем-то, один враг в команде соперников может реально испортить всю малину. Это смысл в этом точно есть. Андрей, вы как-то вообще сливаетесь в салате? Я вообще не понимаю, я почему-то один врываюсь в четверых. Зря ты вписался в эту движуху, похоже. Движуха просто какая-то. Ой-ой-ой. Так, я вижу мину. На мину не встаем. Самое смешное, что видите, они там где-то дерутся далеко, да. Далеко, долго. И все это абсолютно бесполезно, потому что тарантайк это движется. Успею, не успею. Да, успел. Отлично. Правда, в трапу встал, но пофиг. Мека активейтер зато. Лови! Что вы там делаете? Рокет бараш вам. Инкаминг. Тим килл. Тим килл, лол, тим вайп. Новая этот. Она прям новая ачивочка. Все. Легчайше. Поражение. У нас Гара работает таким казачком. Так надо его в команду соперника-то закидывать. Вообще. Легкие, редкие будут. Найсплей прана. Фара. Так, давай таливаем, пересобираем пати и поехали. Еще одну сгоняем, я думаю. Финальную. На этом будем загрузляться. Спать уже пора. Я даже не знаю, сколько времени. Времени уже 12:30. Да, друзья, завтра в 9 будет стримчанский у нас по дивижену. Не, вечер, конечно. Так, лив гейм. Да, yes. Я уверен. А, так, что-то фигня. Highlights. Ага, точно, highlights. Лови партийку. Кидай. Угу. Будем играть мы с Скифом, отправимся в Dark Zone, может быть, тоже пройдем челленджи. Посмотрим, что там поменялось с патчами. Пофанимся. У меня в Фейсбуке журналисты разделились на два лагеря. Давай. И дико хейтят игру, другие говорят, что дико игра... Хайпят, да? Нет, по-моему, игра очень стоящая. Не, она, конечно, не для всех, то есть поэтому, наверное, ее, понимаешь, и хейтят. Что видят кучу хайпа по ней и смотрят, типа, мне не нравится, что вообще за хрень. И отсюда начинается хейт. Например, я вот хейтил тот же самый Дэдпул именно по этой причине, что фильм-то вроде бы неплохой, но учитывая количество хайпа вокруг него, он явно не заслуживает того... Фильм офигенный! Ну, вот видишь, тут у всех разнятся вкусы. Я бы сказал, что это просто такая дефолтная комедия, ничего особенного, но слишком много пиара, ну, слишком такой, много маркетинга. Ну, такой сортирный юморок, как бы, все ж как любит. Нет, она нет, собрала больше, чем «Звездные войны». Нет, я согласен, то есть она забавная, то есть ее можно посмотреть, но не более того, я бы сказал, что прям 10-10, господи, гениальный фильм. А учитывая хайп, который был вокруг этой игры, должно было быть именно так. Она моих ожиданий не оправдала, и поэтому и я немножко ее поношу, да. Боже. Как же легко их убивать. Какие тут же просто. Ко мне запрыгнула трейсер и словила прям ваншот. Включу ключ к Overwatch. К сожалению, но это Overwatch, ключиков нету в принципе. Это ж игра от близов. Так что Only Watch. For... Да, только Only Watch. For you. Не вот так вот за ваншотали меня. Нет, то что прибыль Division, да, тоже огромная, это очевидно. И игра есть. Мне кажется, каждая игра, когда выходит, делится на все время есть ее поклонники, скажем так, да, и противники. Не, в любом случае считаю, что, по крайней мере, для меня Division пока что лучше игра 2016 года из того, что вышло.
это однозначно. Много игр вышло? Немного, но это уже заявочка на успех. Ай-яй-яй. Эй. Что случилось? Не знаю. Что-то меня выкинуло на базу. Я тоже. А, нас поменяло сторонами, лол. За атаку кинул теперь. Потом сколько Division будет играть через полгода? Да нормально будет. То есть в любом случае, ребят, там очень интересная, ну, сюжетка по итогу оказалась, получилась, когда вы начинаете не разбираться, а не просто бегаете миссии. То есть в любом случае хороший сеттинг, интересный, довольно свежий суммарно. И если вас не смущает то, что вы будете выстреливать по несколько обоим в голову кому-нибудь босса, потому что все-таки это не шутанчик, да, где люди ваншотают. Вот мне, кстати, вот это подбешивает. Ну вот да, вот те, кого это подбешивает, те говорят, блин, да боже мой, как вы можете в это играть? Просто игра не для них. Но это не говорит о том, что игра плохая. А кто... Ну, у меня тупо нет времени играть во все игры. Вот единственная проблема, это... У тебя так много игр, что у тебя тупо нет времени играть во все хорошие. Я выиграю только на стримах. Я поэтому там провожу периодически стримчики по CS, по Overwatch, чтобы хоть как-то в них поиграть немножко. Хочется, вот тоже завтра найдем время на Division, хоть немножко в него поиграю. Лужица. Очень крутые, с неплохими отражениями. Да, контент еще будет выходить долго. Ну, то есть, в любом случае, я Division очень доволен. Я думаю, они его еще и продавать будут, там уже. Ну, там, да, у них же есть Season Pass. Потом еще, может, сверху что-нибудь надумают. Season Pass, как в этом было с Evolve. Вот насчет Evolve, это, конечно, величайший провал, я считаю. Они потом же еще реально второй Season Pass выпустили, вторые обновления. Кто сейчас играет в Evolve? Да никто. И студию распустили. Да, давай, до свидания. Нет, конечно, лучше, чем какой-нибудь Stomping Land. Это игра, которую я стримил позапрошлым уже летом. Там просто... Я даже про такое не слышал. Там просто, ну, это типа тоже выживач с динозаврами. Я такой... ненавижу выживание. Ранняк, они вообще не все... Не важно, так, ну, со времени выхода вот всякого DayZ, WarZ, FixZ... Ничего хорошего, никто в жанр нет, не принял. Нет, а арк очень хорош, то есть мне нравился, в него с удовольствием играл, он даже свой сервер был на Гохе по арку. Там игра реально продуманная, интересная, правда вот сейчас что там какой-то бред уже творят, куча всяких непонятных выводят. Конечно, это ивенты, да, все весело, фан-контент, но... Yes, but no. Уже многие обновления, которые читаю по арку, думаю, боже, что они там уже лепят сверху. А так очень качественный выживач был. С хорошим PvP, с интересным PvE, с большим развитием, с простором для задротства, для фана, для фарма. Все-таки там уже прям... фулл лут, ну, в общем, много чего было интересного. И тоже градостроительный симулятор, там все строишь, это свое племя, отстраиваешь, собираешь себе, это как покемонов собираешь себе всех динозавров. Строишь себе крепость реально, как в каком-нибудь там этот SimCity, нет, точнее, SimCity. Ааа, сучка! Да, как обычно. А, я стоял, думал, сейчас я сверху буду снайпером. Ага. И но... только открывается дверь, меня прям в там гол. Опытная просто подруга, явно. А. Блин, турелька сзади. Что меня какой-то китаец, кореец, японец уничтожал. Нет, я говорил про Stomping Land, потому что это игра, в которой собирали бабки за предзаказ. За этот заранний доступ. Потом просто... Поставили всех к черту, закрыли игру. Ее так, по-моему, и не развивали после выхода в ранний доступ. На этом все закончилось. Киданули, короче, всех игроков. Жесткий паджик. Там за тобой, кажется, погнались. Тебя уже убили. Давайте не будем солить Division. Ну давайте, завтра его все равно будем показывать и обсуждать. Успеется. Сейчас пока надо бы как-то точку выходить. Я считаю. Где у них турельчик? А вот его турельчик еще. Вот так, видите, друзья, ломаются турельки. Приходишь, ломаешь, уничтожаешь. Я его мульту, пожалуйста. Потом еще всех остальных тоже уничтожаешь. И в итоге точка наша.
Притом вдова там что-то пыжится, а точку мы уже захватили, пока она стоит за 3 экрана от нас. Так, хилочка срочно. Благо тут хотя бы не поменяли расположение. Ой-ой-ой, разбегаемся. Heroes never die, но наша мерка умерла сама. Опять какие-то пассивные соперники, если честно. О, мерка, привет. Как дела? Ну, давай, до свидания. Хилстрик, где ты хил тут была? А, ну ладно, спасибо за хил, Андрей. Да, я здесь. Как бы тебе слово плот не могли отгадать, серьезно? Какой плот? Черт, 6 плеер киллстрик таки прервали. О, Heroes Never Die. Живу. Танк, аккуратно, танк. Черт возьми. Все. Чутка не устал, че тут катиться? Могу, конечно, его напрыгнуть и убить, но тоже не хватило мне немножко реакции. Ух ты, чей-то портрет. Похож немного на этого. Как там его, боже мой? Из головы вылетело. Вообще не люблю первую реслку на этой карте. После первой контрольной точки эскорта. Уж больно далеко и по кривой бежать. Давай, до свидания, Бастиос. Да выпендривался. Только очевидно, что было стыдно кричать, а ну, да, бывает. Так, ульта, пожалуйста. Эй, Риперок занят. Риперок, привет, братишка. Давай, до свидания. Главное не забывать толкать тарантайку. Все ваши фраги должны быть по дороге. Ой-ой, так, что за фигня? Андрей, с нами? Да. Не-не, все ок. Все. Волнуйся. Есть ульта, но пока рано ее тратить. Поближе подберемся. Вот рипер, который стреляет издалека, это так, такой зашкварище. Уже понимаешь, что его там дробь ничего не дамажит? И всем наплевать, блин. О, даву я минусанул. Черт, как бы не упасть-то. Сзади! Вижу. Все, закончим. Ой, ульта аккуратно. Heroes Never Die, наша реслка, нормально. Так, там бастион, но просто стоим за тележкой и тащим ее. Есть ульта, сейчас запрыгну к ним с ультой. Развлеку их. Готов, давай, аккуратно. Прыгаю. Щиток, ульта. Рипер, пошел прочь. Ульту включаем. Все, до свидания. Аккуратно, танк. Все, потрачено. Какие-то... Хочу эклер. О, блин, я бы сейчас тоже какой-нибудь вкусный эклер съел. Мне ты вот время не... видел? Нет. Какие эклеры, час ночи? О, отлично, play of the game. Это, по-моему, хорошая нота, чтобы закончить на этом стрим. Да? Отличный play of the game, просто постоял, покастовал, а сейчас еще, наверное, немножко добью вдовеньку. Даже не только вдову. Вообще успешно. Ладно, друзья. Спасибо всем, кто смотрели. Если у кого-то там были какие-то проблемы с коннектом, это все Twitch. Всем до завтра. Кто нас не зафоловил, те не очень срочно. Прожимайте follow слева под стримом. Увидимся завтра в 9 стрим по Division. Не знаю, будет ли стрим что-то Гара. Это узнавайте у Гара. Все. Всем пока-пока. Пойдем уже отдыхать. До новых встреч. Да, всем пока. Пока-пока. Почему так мало смотрят? Потому что все уже устали смотреть, все ждут релиза. Все хотят Overwatch, а не OnlyWatch. Спать уже пора. Да, все, спокойной ночи.